Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Defender 2005 года выпуска. Двигатель 2,5 литра турбодизель. Полный привод, коробка механическая. Пробег на автомобиле 92 тысячи километров. Заменю на нем маховик и сцепление. Стало немножко подергивать при трогании с места. Отпускаешь сцепление и с рывками начинает неприятное ощущение. В принципе, ездить еще можно, но решили уже не доводить до более худшего состояния. Разбирать начинаю с салона. Надо будет там добраться, частично разобрать. Снимаю сиденье. Сейчас убираю все вот здесь, что нам будет мешать. И потом начинаем откручивать сиденье, начинаем откручивать между сиденьями консоль, все это убирать. Там у нас лючок, снимем шумоизоляцию декоративную вот эту, снимем лючок, снимем рычаг переключения передач, пыльник с него, также шумоизоляцию вот эту снимем, открутим рычаг ручного тормоза, ну что перечислять. Освобождаю и начинаем крутить. Все, освободил немножко. Теперь откручиваю вот эти болты крепления консоли. И убираем ее в сторону. Это мы открутили, остается нам только поднять вот эту шумоизоляцию, и можно будет крутить люк. Сейчас откручиваю сиденье, болты спереди, болты сзади, головка на 10. И откручу вот эти задние болты, два штуки. Все, сиденье откручено, можно брать его, снимать и убирать, чтобы оно нам не мешало. Спереди у нас подложены шайбы были, по две, чтобы наклон был удобней. Потом подложу их обратно. Отключаю клемму минусовую.
Все, клемму я отключил. Теперь, когда будем откручивать старт, он ничего у нас не коротнет. Пока закрываю. Ну и теперь разбираю возле рычага. Не хочет выходить пульник, чтоб не царапать. А, ломка. Гораздо проще. Так, одно за другим цепляется все. Так, ну вот она и кулиса. Только и это еще не все. Нам надо снимать вот этот шахту. Чувствую, придется и пассажирское сиденье снимать.
Да, не буду мучиться, снимаю. Пассажирское сиденье тоже. Также 4 болта. Муравьи сухие. Батарейка какая-то. По бокам откручиваем. Так, вот это тоже, наверное, на клипсах держатель ремня. И вот они, клипсы у нас. Выдергиваем вот эти клипсы с одной стороны и с другой стороны. Здесь у нас ничего не держится. Здесь скидываем с ручного тормоза. И все. Шумку эту убираем. Здесь можем уже все эти болты открутить. Здесь болты у нас находятся под шумкой. Мы ее выдернем, она у нас разрезанная под блоком предохранителя. И открутим тоже винты там. Здесь посмотрел, это штифтами вот этими расширено. Но штифты, если я туда протолкну, я их уже потом не найду. Поэтому берем, поддеваем аккуратненько. Вот про что я говорил, если их сюда вытолкнуть, потом мы уже ими также раздвинем. Ну, это простая клипса елочкой. Пошла.
Так, ну этот лючок мы сняли. Теперь откручиваю эти винты. Вот здесь находится крючок открывания капота. Откручиваем гайку, головка на 10, и убираем его с кронштейном в сторону, чтобы нам вот эту часть шумоизоляции в сторону отодвинуть и под ней открутить саморезы. Две гаечки и вот отвели в сторону. А теперь аккуратненько выдергиваем шумоизоляцию. Здесь сверху у нас еще находится один саморез. И также с другой стороны. Ну и откручиваем со второй стороны. Ну все, открутил я саморезы по периметру. Кину проводку в сторону. Так, вроде бы все отошло. Рычаг мешает. Так, ну ладно, я этот пыльник полностью снимать не буду. Откручиваю два болта. Снимаю. Видно? Да, видно. Снимаю штифт, откину трос и сниму рычаг. Рычаг мне не дает вывести в сторону ее.
и снимаю провод. Вроде бы как рычаг должен сняться. Проводка нам не мешает, здесь нам не мешает. Все, снял я ее. Откручиваю 4 болта с кулисы. 3 я открутил. И снимаем кулису. Сейчас вот отцеплю от кулисы тяги и уже тогда откручу тоже кулису, уберем ее, и у нас уже коробка, после того как мы ее снизу везде отвяжем, спокойненько пройдет и упираться уже не будет. То, что можно было, не снимая кожуха, снять кулисы, во-первых, разорвал бы вот этот пыльник, не пыльник, а здесь поролоновый этот шумоизолятор. И сбоку неудобно откручивать болт. Поэтому колпак снимать в любом случае надо. Также здесь проводку отключить. Так, вот этот у нас, мы его палец сможем вытащить, когда кулису отвяжем. Откручиваю вот этот болт. Так, ну все, теперь нам в любом случае надо откручивать кулису. Открутил 4 болта. И поднимаем.
Вокруг камеры неудобно. Все. Здесь у нас тоже снято. Здесь, чтоб грязь не попадала, я сейчас закрою. Вот здесь разъединяю два разъема. Сейчас резкость наведется. Один разъем. И второй разъем. Но на втором разъеме, помимо этого, сам разъем, я его снимаю с коробки, с раздатки, потому что он с кузова, провод крепится на раздатке. Теперь откручиваю болт крепления проводки здесь и отключаю разъем на датчик скорости.